Скажи, тебе часто футбол снится? Футбол, да, часто снится. Один раз был такой сон, то что я на большом стадионе играю ли с Месси, ли с Криштиану. Это вообще незабываемый сон был. Такие эмоции были, конечно. Подробности какие-то помнишь? Нет, уже не помню. Кто выиграл, хоть помнишь? Нет. Ну, помню то, что я гол забила. И мы так с ним радовались, бежали. Ну, у меня бывает такое чувство, когда, допустим, я на игре, допустим, или просто в обычной жизни, я понимаю, что я где-то уже помню этот момент, что вот он вот был, но мне кажется, то, что это все-таки сон. И он мне сбылся. Был как-то сон про выездную игру, когда я собралась на стадион, у нас был обед, и мы должны были после обеда выезжать на игру. И я поняла, что у меня нет вещей еще, поехала домой. И я не знаю, как это получилось, я забыла, где я живу, забыла, где я на машине как бы приехала, я забыла, где припарковалась, и я вообще потерялась в пространстве, не знаю, где я живу. О, ну, самый страшный для меня сон, он часто снится, он такой волнительный. Мне снится то, что у меня день игры, я собираюсь на игру, обязательно чего-то не могу найти, очень долго собираюсь, в итоге еле-еле приезжаю на игру, понимаю, что я забыла либо бутсы, либо форму, еду обратно, собираю все вещи, переодеваюсь, приезжаю, и конец матча, просто свисток. Один раз, да, был очень страшный сон, почти возле моего дома я проходила и видела на колу голову моей лучшей подруги. Проснулась прям, ну, в шоке, в поту, было очень страшно. Кошмарные сны тоже бывают, обычно это либо вот у меня прям такой прям страх, когда в кошмаре, когда я, допустим, падаю, то есть у меня, видимо, во сне я боюсь высоты. Когда я начинаю падать, я ничего не могу сделать, у меня прям все, я в поту, наверное, просыпаюсь. Для меня это вообще очень страшно. А какой был самый приятный сон? Что-то приятное снится тебе? Ну, наверное, приятное — это когда уже долго не бываешь дома, и снятся родные, мама, папа, крестная. Наверное, это самые приятные сны. Приятный был, когда я играла, не знаю, во сне так сформировалось то, что я была на берегу моря, но при этом там был прям зеленый офигенный газон, и мы играли там в футбол. Вот. Прям запомнила. Это было очень красиво и очень круто. Но вчера, когда я делала уроки, это было в районе 11:30, я просыпаюсь от фразы «Алин, подстрахуй меня!» Видимо, ей двухсторонка снилась. Ну, мне как бы снился футбол, там ошибки Алины. То есть Марина разговаривает во сне? Да, бывает такое. Ну, и очень страшно порой, честно. Страшная такая, да. Ты разбудила ее, нет? Я у нее что-то спросила, но она ответила не мне. Вот этот удар ногой, вот этот удар ногой был, вот прям как будто ты меня не будила, да? Тяжело, да, с ней. Мне приснился сон, что я пришла к Юле Гриченко с Нелли в номер. Вот, как будто у них выдвижная дверь такая, и я у Юли что-то взяла, что-то попросила. Я оказываюсь у них в душевой, потом я вспоминаю, что не помыла голову, начинаю мыть голову у них в душевой. При этом это было все в тихий час. Неля спала с Юлей, и Юля такая подходит: «Лина, ты что делаешь? Ты шумишь, Неля спит!» Я думаю, надо быстро убегать, потому что Неля злая, уже сонная. Я быстро собираться начинаю, почему забрала их мыльные принадлежности, у меня все из рук падает. В итоге еле-еле сбежала.